Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жану Самаюктам Биндабанам Манам Ванча калпатару вешчаки пасинду бевечу. Патитананг павуне бхавишна бебхьо намо намо. Мукам кароти вачаланг пангунглангхайта гирим. Ятки патамаханг ванде парамананда мадавам. Бриндавай тулсиде байпиявай кешвасача. Шна бхакти паде деви сатта баттой намо нама Нараяна намаскритта норанча ива наруттама Девин сарасатин вясам тато жайо мадира Шанкиртане кишна като падеш Гаурия патрашо пракаса неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баран Дхейям Сада Парибхабхагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виранчанатам Саран Виттатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатай Бисвуриджи Такимабигабабадушвадарш Пурунану Рагра Сусагра Сара Мурти Сарадикамай Када Кипам Кираш Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Сиаддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рамура Мари Аджануламбита Бхуджау Канука Бадату Шанкиртанай Капитару Камала Ютакша Вишам Бару Диджавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада нарана Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушита вама бхагам Нараяно прияманамго мада парам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Вадане Лакшми Джаша Чавакшаши Джасиасти Дай Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Клешагни Шубода, Мокшалогута Кри, Судурлава, Шандрананда Вишешатма, Сикишна Карсани Часа. Клешагни Шубода, Мокшалогута Кри, Судурлава, Шандрананда Вишешатма, Сикишна Карсани Часа. Гаудия Гостипати. Гаудия Гостипати. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагангуру сказал, логические интерпретации неприменимы к абсолютной истине. Шрила Прабхупада сказал, что мы не можем опираться на логику в поисках абсолютной истины, объясняя абсолютную истину. Если мы руководствуемся логикой, а пракрита татва не предстанет перед нами. Будет закрыто для нас. Шрила Прабхупада говорил, каждую секунду своей жизни мы должны искать милость Гуру Пада Падмы. Другого пути у нас нет. Не так-то просто обрести бхакти. Как говорит Бхагаван, что говорить о камануга бхакти, которое невероятно редко, само по себе бхакти очень редко. Оно, о нем говорится судурлабха. Рупа Госвами Пад говорит, клешагни, вы сможете осознать, есть ли у вас бхакти, когда в вашей жизни исчезнут проблемы. Точнее, не исчезнут сами по себе, но ваше восприятие к проблемам изменится. Когда вы перестанете страдать от соприкосновения с проблемами. Боль и страдания, которые мы испытываем на протяжении жизни, называются клеша. Во всем мире нет ни одной дживы, которая не страдает. Существует великое разнообразие клеш, страданий. Адиатмика, адибаутика, адидаевика. Адиатмика, когда вы испытываете беспокойство, нет умиротворения. Это адиатмика. И вы не можете понять, в чем причина. Дело в том, что вы не даете необходимого просада вашей атме, не даете ей то, в чем она нуждается. Вы кормите, питаете свое тело, но не атму. Именно поэтому она и страдает от беспокойства. Хотя вам непонятна причина. Так вот, это адиатмика. Следующая категория страданий. Страдания от внешней среды, которые могут возникнуть внезапно. Предположим, глава семьи отправляется на работу, а когда он возвращается домой, он видит, что
из-за молнии сгорел весь его дом и убил всю его семью. То есть вся семья убита. Землетрясение, наводнение. Или как можно пойти купаться в океане, и внезапно поднимется цунами, и вам конец. В Мадрасе, в Керале, однажды такое произошло. То есть это внезапные проблемы, которые сложно предвидеть. Адибаутика, следующая категория, когда вы страдаете от других живых существ. Например, вас кусает собака. Совершенно, казалось бы, без причины. Вы не сделали ничего плохого, но она набрасывается на вас. Итак, клеш-агни, разнообразные проблемы перестанут тревожить вас, когда вы обретете бхакти. Перестанут причинять вам боль. Иногда нам может казаться, что у нас есть бхакти. Но правда ли это? К примеру, Каништа Адхикари. Мы еще не можем назвать его преданным. По наставлению Гурупада Падмы, Каништа Адхикари слушает какой-нибудь харикатху и думает, Гурупад Падма сказал, что эти божества пракрита, но его личных осознаний этого еще нет. Поскольку он даже не понимает, что такое трансцендентно, что значит апракрита. Так вот, если он еще не обладает бхакти, как он может поклоняться божеству? Но, конечно, Адхикари, благодаря наставлениям своего гуру Пада Падмы, то есть в его уме присутствует концепция, что божества трансцендентны, поэтому им необходимо поклоняться с почтением. Точно так же необходимо с почтением относиться к вайшнавам, поскольку они очень дороги Кришне. Он слышал все это от вайшнавов, слышал все это от своего гуру Пада Падмы. Однако в нем самом прямых осознаний этого еще не существует. Прабхупад говорит, когда вы повторяете харинам, что это означает? Каждая харинам, каждая произнесенная мантра означает встреча с Кришной. Каждый харинам — встреча с Кришной. И встреча — это непосредственная встреча с Джаганнатхом, непосредственная встреча с Радхой, Кришной, прямой даршан Радха Кунды. Вы можете находиться в 16 тысяч километров от Радха Кунды, но во время повторения харинама непосредственно находиться там. Это и есть чистый даршан. Обычный преданный, для обычного преданного такой даршан недоступен. И когда такой преданный повторяет, воспевает харинам, он получает настоящий даршан Джаганнатха. Ему не нужно покупать для этого билет и отправляться в Джаганнатхапури. Бхактивинода
Бхактивинода Тхакура говорит, в начале духовной практики садхака может садхака еще не получает так, как таковых плодов в своей практике. Но он не должен унывать, говорит Бхактивинода Тхакур. Нельзя терять энтузиазм. Постепенно, постепенно имя откроет садхаке все. Но вначале все не так просто, поскольку вначале необходимо избавиться от анардх. Как правило, когда преданные получают дикшу, они начинают баджана-крию. Это максимум. Затем, под руководством гуру вайшнавов, баджана-крия продолжается. Что это такое? Это практика. Баджана-крия — практика. То есть это садхана, которая не дает как таковых наслаждений. Если вы получите милость садхгуру, вы сможете начать садхана бхакти. Садхана бхакти — это начальная точка, когда вы начинаете получать милость, начинаете наслаждаться милостью бхакти деви. То есть теперь она благосклонна к вам на этом уровне. И постепенно, постепенно садхана бхакти приведет вас к бхава бхакти, према бхакти. Это долгий процесс, долгий путь. Затем према бхакти, которая в свою очередь делится на много категорий. Итак, прежде всего клеша-гни. Клеша-гни — состояние, когда проблемы, от которых мы привыкли страдать, больше не доставляют нам проблем. То есть клеша — это страдания, которые на протяжении всей жизни не оставляют живое существо. В той или иной форме оно всегда присутствует в его жизни. И когда они перестанут, вы перестанете страдать, это говорит о том, что вы подходите к уровню клеша-гни. Субхада — это следующая категория. Субхада означает субха — это благо, а да — это значит давать. Это говорит о том, что бхакти наделяет вас благом, когда все и все неблагоприятное уходит из вашей жизни. В жизни благо, в вашей жизни благо вытеснит все неблагоприятное. Следующее, о чем говорится в этом стихе, это мокша. Следующая категория. Мокша как таковая подразумевает под собой игнорирование бхакти, пренебрежение бхакти. Поэтому она неинтересна вайшнавам. Те, кто стремятся к мокше, не принимают концепцию того, что вайшнава, гуру Бхагаван находится на одном трансцендентном уровне и не принимают вечное служение Господу. Итак, преданные никогда не стремятся к освобождению, к мокше. Но что такое мокша? Мокша — это отсутствие боли. Но для вайшнавов это состояние совершенно неинтересно. Поскольку, как мы помним, Бхактивинода Тхакур пишет, какие бы страдания в служении не возникли в моей жизни, в служении тебе я с счастьем приму их. Преданный никогда не будет говорить, что он
предпочтет беззаботно жить в уединении, не пренебрегая служением, которое дано ему. Если он предпочитает собственное спокойствие наставлением, его нельзя назвать преданным. Далее говорится о судурлабхе. Что такое судурлаба? Сколько в этом мире джив? Бесчисленное количество. И сколько из этих людей, простите, из этих живых существ родились в человеческих телах? Что пишет Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите? Some group going to accept bhakti externally. Out of that, who else going to accept bhakti? Meaning, bednishiddho karma kare dharma nai. И кто из живых существ принимает, кто из людей принимает бхакти? A handful of people going to accept veda. Veda is okay. Для начала, кто принимает веды? But actually, they are not going to accept veda from heart. Их не так много, и к тому же не все из них принимают веды от всего сердца. Они следуют формальной части. И это очевидно по их поведению. Они не следуют ведам. И лишь некоторые по-настоящему следуют ведам и принимают их учение глубоко в сердце. И кто из этих людей по-настоящему служит Господу? Редчайшая душа. Сандрананда. Сгущенная ананда. Как раса, которая достигает все больше и больше концентрация. Точно так же Шудха Сатва, которая освещает наше сердце, все больше и больше расширяется. И тогда мы начинаем видеть весь мир как нечто благоприятное. Перестаем замечать страдания. Bhakti going to give you some speciality all the time. Speciality regarding your Siddhanta Visha, speciality regarding your Seva. After that, what? Bhakti уникальна и в отношении Сиддханты, и в отношении Севы. Bhakti, которая расцветает в вашем сердце, притягивает Бхагавана словно магнит. Шри Кришна Каршани Часа. Оно притягивает Кришну. Кришна не может устоять. Он и хочет сделать это, он хочет избежать этого, но не в силах противостоять любви в вашем сердце. Поэтому Нарада Махараджа говорит, что Кришна не хочет, кому попало, давать бхакти. Он стремится скрыть этот редчайший дар бхакти. Только в редких случаях он наделяет бхакти.
преданных. Поскольку если он кому-то дает свою бхакти, он тем самым отдает себя. Он дает, вручает в руки этому преданному полный контроль над собой. Он сам говорит об этом, что я под контролем своих преданных. Именно поэтому он крайне редко наделяет преданных бхакти к себе. И прежде чем дать кому-то бхакти, он устраивает тщательную проверку такому преданному. Бхагаван легко дает мукти. Существует 5 видов мукти. И он запросто раздает его. Но с бхакти все совсем по-другому. Он стремится скрыть его. Именно поэтому бхакти так редко. Нараджи Махарадж, by the association of Нараджи Махарадж, that cruel hunter, благодаря общению с Нарадой Махараджей, жестокий охотник обрел бхакти. Cruel hunter getting bhakti. They are getting bhakti. This way, so many cases we can say, by the association of pure devotees, somebody developing. Это далеко не единичный случай. Благодаря общению с чистым преданным, любая джива может измениться. Сварупсидда бхакти еще более редко. That suppose Prabhupada always speaking in the beginning. In the beginning, there is no chance that you can get everything. Prabhupada speaking. В самом начале невозможно обрести плоды бхакти. Шрила Прабхупада говорит. Объясняет, что прежде чем начать обучение мальчикам-браманам проводят особый обряд. Пандит берет в руку мальчика и ученика и начинает вместе с ним писать букву. Или когда девочка, точно так, такое же обучение, такая же система. Перед изображением Сарасвати в нашем случае Радхарани, потому что наша Сарасвати — это Радхарани или Вишнуприя, совершает вот этот, этот обряд. Когда мальчика начинает обучать, вот это буква «А». Но если этот мальчик начнет задавать встречные вопросы, противоставать. С чего это буква «А»? Приведите доказательства, почему это буква «А». В таком случае он не сможет даже начать свое обучение. В самом начале, когда мы приходим, мы ничего не знаем. И нам необходимо положиться на гуру и следовать его наставлениям. Если мы начнем спорить, то не сможем продвинуться ни на шаг. Представьте, если дети в первом классе начнут
требовать доказательства тому, что А — это А, а Б — это Б. Не станут верить учителям. И постепенно, постепенно, после того, как ребенок обучается чтению, он начинает продвигаться дальше, дальше, доходит до 11 класса, до выпускного, до обучения в колледжах и вузах. Главная проблема — это кама в нашем сердце. Она ослепляет. Она не дает нам видеть все таким, как оно есть. Она опускает занавесу перед нами, которая не позволяет нам познать татву, сиддханту, гуру татву, вайшнава татву. Прабхупад говорит, не осознав вишудха гуру татву, вы не сможете начать харибаджан, даже просто начать харибаджан. Понимаете, даже просто начать. Кто еще скажет вам эти сокровенные истины? Мало кто хочет говорить об этом, потому что это говорит о трудности нашего пути. Не осознав гуру татву, мы не сможем начать духовную жизнь. Когда я осознал гуру татву, когда я от всего сердца могу непрерывно говорить о гуру татве, поскольку в моем сердце гуру, и в таком случае мы действительно можем совершать настоящий харибаджан. Сваруп Сидда Бхакти не так просто начать совершать. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что чистая бхакти очень редко. Представьте, Рупа Госвами Пад военачальник, главнокомандующий. А преданные, его армия, которая готова сражаться с Апасидхантой. Рупа Госвами — главнокомандующий. Его заместитель — это Сваруп Гасай. Он даже он царь, он даже выше главнокомандующего. И что, каково оружие в этой войне Санкиртана? Санкиртана и Сиддханта Вичар. Никто не устоит перед таким оружием. Никто не уцелеет. Противник может руководствоваться аргументами, но они будут разбиты. Итак, Джива Госвами Пад принимает прибежище Санатаны и Рупы Госвами Пада. Прежде всего, нам необходимо понять, что эту мысль, что мысль Прабхупады, что мы не должны
вовлекать в служение нам, Бхагавана. Мы все время стремимся сделать это. У нас нет предания, безусловного предания. И в той или иной степени осквернение присутствует в нашем сердце. Кама. Если мы исполняем наши желания, одно желание исполнили, сразу же следующее появляется, следующее, следующее. Это беспрерывная цепь желаний. И как бы мы ни старались, мы так и не сможем удовлетворить все желания. Сколько бы мы ни старались, наслаждаясь, поощряя нашу каму, поощряя каму в сердце, мы не сможем достигнуть удовлетворения. А стремление исполнять желание есть настоящее осквернение. Прабхупад часто говорил, осквернение — это отсутствие бхакти, это противоположное бхакти. Так вот, вот эти материальные желания есть осквернение ума. И что нам необходимо? Необходимо достигнуть того уровня ума, когда этих желаний не возникает. Если вы станете подливать ги в огонь, естественно, он будет разрастаться, увеличиваться. Точно так же, сколько бы вы ни исполняли свои материальные желания, сколько бы вы ни питали свою каму, она не утихнет. Никогда вы не достигнете удовлетворения. Поэтому-то Девахути и испытывает такое отчаяние, что она всю жизнь старалась удовлетворять свои материальные желания и так и не достигла счастья. То же самое произошло с Пуруравой, который пытался насладиться Урваши. Материя не может наслаждаться материей. Пурурава пытался насладиться Урваши, тело которое было материальное, и тело Пурурава также было материальным. Разница в их телах была только в том, что одно было мужского рода, второе женского. Но в их сердцах была параматма. В сердце Пурурава Пуруша и в сердце Урваши также Пуруша, то есть Чинмая Атма. Несмотря на то, что тело, то есть душа покрыта материальным телом, поскольку у Пурурава был Абхиман Пуруши, что он наслаждающийся, он пытался наслаждаться Урваши. Итак, как бы живые существа не пытались удовлетворить свои материальные желания, все это тщетно. Бхагаван говорит, лишь бхакти мне может удалить материальные желания.
и очистить сердца живых существ. Authentic scripture. There we can know, here also it is written, Mahaprabhu also told about Jagai Mata. Махапрабху рассказывает историю Джагая и Мадая. Они совершили настолько много ужаснейших грехов, что невозможно счесть. Они убивали, насиловали, пили спиртные напитки. Mahaprabhu can never ignore, na? How possible? So, Mahaprabhu is also, because there is the determination itself. You break the head, after that Mahaprabhu, anyway, I am not going to... Более того, они ранили Нитянанду. И, конечно, Махапрабху не мог спустить им это с рук. Он пришел, чтобы наказать их, но Нитянанда сказал, если ты не освободишь их, то как люди поверят, что ты Патитапавана? Если ты сейчас накажешь их, как они смогут поверить, что ты Патитапавана? Махапрабху уже был готов призвать Сударшана, но слова Нитянанды успокоили его. After giving bhakti to them, giving warning to all devotees, after giving bhakti to them, в конце концов, Махапрабху наделил их бхакти, но прежде он предупредил всех преданных. Никогда, ни в настоящем, ни в будущем, не упоминайте о прошлой жизни этих людей. Теперь они стали преданными, они станут преданными. И не осуждайте их за их прошлую жизнь. То есть Махапрабху предупредил всех преданных. Не критикуйте их за их прошлое. И после того, как он наделил их бхакти, сам Махапрабху танцевал вместе с ними в Санкиртане. Итак, посмотрите, на что способна бхакти. To go in the way of Gansiddhi, they cannot. If you ask them, и смогли бы они обрести то же самое, следуя по пути Гьяна Сиддхи? Нет. Чтобы им продвинуться по пути Гьяна Сиддхи, потребовалось бы неимоверное количество времени и усилий. Ведь, как я говорил, малейшая ошибка послужит причиной падения с пути Гьяны. Рупануга бхакти тождественна камануга бхакти. Как правило, материалистам непонятно камануга бхакти, непонятно глубокие чувства гопи Кришне. Они осуждают их за то, что они не следуют своим обязанностям замужних девушек, женщин. Но в действительности Кришна не является мужчиной, они не являются девушками. You cannot expect this kind of short, small book.
Есть небольшая книга, где настолько ясно представлена эта концепция. К сожалению, нет времени ее прочесть здесь с вами. Но там настолько все четко и ясно написано, что, прочитав ее, не останется никаких сомнений. Ее составил один саньяси, который совершал глубокий баджан. Ко мне позднее обратились с просьбой о редакции этой книги, я отредактировал. И на самом деле эта книга основана на лекциях Шрилы Прабхупады. Он составил ее на берегу Годавари в Кабуре. Случилось так, что по редкой удаче я встретился с автором этой книги. Он был... Обычно люди думали, что он был сумасшедшим, но на самом деле он совершал очень глубокий баджан. И я однажды встретил его в... Точнее, не его, а его ученика. Встретил в Буттешваре, во Вриндаване, по какой-то счастливой случайности. Он сказал мне: «Махарадж, я жду вас». О, простите, я ищу вас повсюду. Мой гуру Махарадж пришел мне во сне, пришел ко мне во сне и попросил напечатать эту книгу, что, и, пожалуйста, вы отредактируйте ее и напечатайте. Он был очень бедный и не мог... Ну, каким-то чудом, в конце концов, нашли деньги, на нее напечатали. И в этой книге говорится, Радхарани говорит Лалите: «Лалита, не думай, что я женщина, а Кришна — мужчина. Наша любовь не зависит от этих факторов». То есть наша любовь не основана на телесной концепции. Итак, с внешней точки зрения люди могут думать, что отношения Радхи и Кришны порочные. Но, конечно же, это совершенно не так. Ведь то, что в материальном мире является самым грязным, в трансцендентном мире приобретает самое возвышенное положение. Оно обретает... То есть... Нет ничего чище таких отношений и ничего выше этого. Кришна говорит на критику материалистов. Когда кто-то думает обо мне, с любовью думает обо мне, может показаться, что в сердце такого преданного кама. Но это совершенно не так. Об этом говорит Кришна в Бхагаватам после Ватсарана Лилы. Когда он беседует со своими друзьями. Бхаджита Котита Дхана Прайо Бижайо Но Ишвати. Бхагаван speaking, if somebody accepted me, Бхагаван говорит, если кто-то
испытывает влечение ко мне, это не что-то грязное, это высшее чувство, которое доступно в трансцендентном мире. Кама в трансцендентном мире. Чиста и возвышена. Если мы хотим плавать в океане трансцендентной премы, необходимо поклоняться Гауранге Махапрабху. Говорится в этом стихе. Итак, Кришна объясняет, что в материальном мире есть различные, существуют различные растения, и каждое дает определенные семьи. Если мы посадим семя того или иного растения, будем одинаково заботиться об этих семенах. Каждое растение, каждое семя даст свой росток. Посадим мы пшеницу или рис. Then after frying or after boiling, the seed cannot give. Say, if seed excellent. Так вот, если Кришна приводит такой пример, что если мы любое семя любого растения пожарим, то есть оно пройдет какую-то тепловую обработку, оно уже не даст ростка. И точно так же те, кто достигли трансцендентного уровня, прошли, их кама прошла тепловую обработку, и она уже не может дать никаких ростков. То есть имеется в виду, что их кама никогда не уведет их в каком-то порочном направлении. Их кама чиста и благородно. Так, поджаренные семена не имеют никакой ценности, они бесполезны. Из них ничего не вырастет. Точно так же, то есть такой пример приводит Кришна. Вчера мы говорили о том, как Кришна говорит, что его преданный, тот, кто полагается лишь на него, ни на кого, кроме него. In that case, what happened, Madhvakta? By chance, somehow, they are feeling attraction, a little bit matter or something. Baddho manu upi madhvakto. What is it? Даже если он почувствует какое-то влечение к материи, даже если он не может контролировать свои чувства. Благодаря тому, что он предан только мне, хоть он порой испытывает какие-то волнения от влияния камы,
Благодаря преданному служению мне, он не падет, полностью, не падет до конца. То есть так или иначе он, не пропадет. Об этом же говорит этот стих из Бхагавад-гиты, в котором Бхагаван говорит: «Опичет». Вчера мы подробно разбирали этот стих. Тот, кто совершает баджан мне, тот, кто поклоняется мне, и по воле случая, из-за своих старых привычек, самскар, которые в настоящее время уже ушли. Ведь бхакти — это словно огонь, который сжигает все нехорошее. Но по воле случая вновь что-то проснулось в его сердце и создало препятствия на его пути, трудности, с которыми он не смог справиться. Бхагаван говорит, он, безусловно, по-прежнему считается моим бхактой, моим преданным. Вишвана-чакрварти Такур и Бхактивинода Такур в своих комментариях к этому стиху пишут. Большинство людей неправильно интерпретируют, используют эту шлоку для того, чтобы подтвердить свое возвышенное положение и оправдать свои порочные дела, порочные поступки. Но это неправильно, говорит Бхактивинода Такур. Этот стих применим лишь к тем, кто всегда полностью погружен в Харибаджан и лишь единожды совершил какой-то проступок. Какая-то небольшая оплошность с его стороны. Так вот, такой преданный, говорит Кришна в этом стихе, вот именно от таких преданных говорится, что такой преданный по-прежнему называется преданным Кришны. Но, естественно, этим стихом нельзя прикрываться, пользоваться, прикрывать свои порочные желания, грешить, а затем объяснять свои грязные поступки этим стихом. Опичет, то есть чет, означает случайно, непреднамеренно. Но так или иначе, будьте осторожны. Так или иначе, он направлен на служение мне. И лишь иногда его ум выходит из равновесия, но за это его нельзя критиковать. Однако к тем, кто умышленно грешит, эта шлока неприменима. Когда мы говорим «баджан», подразумевается, что он совершается под руководством, поскольку без руководства баджан совершаться не может. Итак, Кришна говорит: «Баддоману упи мад бхакто бишайе ажитендрия прайо прагалабхая бхактя бишайер наби вьят». Это уже то, что он говорит в беседе с Удавой. Чем больше живое существо развивает свое, развивает настроение служения, тем меньше он подвержен опасности возникновения пробуждения дурных самскар.
Не сегодня, так завтра такой преданный, преданный, который совершает преданное служение, продвинется, и от его дурных самскар не останется и следа. Однако в Махабхарате, Пуранах описывается много разных примеров преданных, которые пытались достигнуть совершенства при помощи гьяны или йоги. Но на полпути возникали какие-то трудности, которые заставляли их пасть. Гьяна ситхи обрести практически невозможно. То есть имеется в виду следуя по пути гьяны. Но вспомните, что делает Бхакти. Что сделала Бхакти с Джагаем и Мадаем? Что сделала Бхакти с жестоким охотником? Что же говорить о ней? Даже в сердце Вритрасуры было Бхакти. Некоторые задают вопрос, как это вообще возможно, ведь Вритрасура был демоном. Но я обычно отвечаю, что душа, что естественная функция души — это бхакти. И, естественно, в его сердце изначально было бхакти. Ведь бхакти никак не связано с материальным воплощением. И бхакти — это то, что увидеть невозможно. Ни вы, ни кто бы то ни было еще, увидеть его не могут. Бхакти всегда находится вместе с Атмой. Бхакти в Атме. Итак, наш Вритрасура на самом деле не совершал никаких оскорблений. Он не сделал ничего неправильного. Он не хотел критиковать, но случилось так, что Деви прокляла его. Даже Шанкар Бхагаван указал Деви на ошибку, на ее ошибку. Он сказал: «Ты напрасно прокляла его». Ведь он в ответ, он мог бы проклясть тебя, но этого не сделал. Он с готовностью принял твое проклятие. Поскольку он посчитал это желанием Бхагавана. Деви прокляла его стать демоном, родиться демоном. Итак, даже после того, как он родился в этом мире как демон, в его сердце по-прежнему было бхакти. Конечно же, его бхакти не было сродни бхакти гопи. Об этом мы поговорим позже. Но бхакти его сердце было неимоверным, огромным. И когда Вритрасура стал говорить о преданном, то есть о Сиддханте Индре, Индра был поражен. Он сказал: «Ты демон, но говоришь о таких возвышенных вещах». Несмотря на то, что ты в теле демона, ты говоришь о возвышенной Бхагавата Сиддханте. Depending on our mother, when can come and give something. Ajata paksheva mataram khaga. Depending on our mother, when can come and give some.
Вритрасура говорит, как птенец, беспомощный птенец полностью зависит от своей мамы. Он ждет в гнезде, когда она принесет ему пищу. Так же, как теленок, который плачет по молоку мамы, но молочники не разрешают ему попить молока, потому что он хочет продавать его. Но мы в Гошале даем напиться телятам. И потом Гомата Учиштху мы предлагаем Гирираджу и уже сами пьем немного прасада. И так же, как возлюбленные, которые разлучены, на долгое время разлучены друг с другом, рыдают, страдают в разлуке, точно так же мой ум рыдает, страдает без тебя, стремится встретиться с тобой. Это были слова Вритрасуры. Когда Индра это услышал, он был в шоке. Ты же демон. А говоришь такие возвышенные истины. Но Индра не знал, что Вритрасура великий преданный. Итак, бхакти может быть и в сердце демона. Для бхакти нет ничего невозможного. Но йога-ситхи демон достигнуть не может. Для начала ему нужно обрести совершенство. И только после этого. My bhakti, you know, the yathagni su sami, it's a printing mistake or some. Yathagni su samidhacha karoti edhansi bhasmasvat tatha madvisaya bhakti ruddhavai vainansi krishna saha. Printing mistake also, very cheap printing. Тут недостатки в печати, дешевая печать, и встречаются ошибки опечатки. Тут в этом стихе говорится о том, что чем больше обжигают золото, чем чище, чем больше его накаляют, тем чище оно становится. Точно так же, как огонь удаляет все примеси в золоте, точно так же бхакти удаляет все неблагоприятное из сердца. Об этом говорится, в этом стихе говорится о Вишудха Бхакти, и о нем мы будем говорить завтра. На сегодня я должен остановиться. Варесе, клешагни, субхада, мокшалабута, крит, судурлава, шандра, ананда, вишешатма, сикишна, карсани, чопса. Tomorrow, this is a general. Бхакти, two type of. Существует два вида бхакти. And is special bhakti. Особое и общедоступное. И завтра мы будем, постепенно мы подойдем к особому виду бхакти. Также мы поговорим о йога-ситхи. И я думаю, что мне придется написать небольшую книгу о йога-ситхи для того, чтобы прояснить все недопонимания. Хотя нам это не особо интересно, но нужно прояснять недопонимания, которые присутствуют в обществе.